Уважаемый Владимир Владимирович, мы земляки, практически одногодки. Я 20 лет запрещен как журналист и вынужден, живя в Москве, работать в родном Петербурге. Ездить по той самой дороге, по которой когда-то ездили и вы. И даже в каком-то интервью я прочитал, что вы ездили с неким лозунгом «Никого впереди». Вы были лихой водитель, судя по всему, и мне это нравится. Владимир Владимирович, пожалуйста, сделайте дорогу между Петербургом и Москвой. Потому что, как вы знаете, ведь когда по ней едешь, полное ощущение, что немцы улетели оттуда не в 45-м, а улетели только что, причем отбомбившись. Постройте дорогу, и это будет прекрасным памятником вам и прекрасным подарком всем нам к вашему дню рождения.